Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Stalkers of Pripyat с модификацией Misery 2.0, которая превращает его в окровавленное садомазо. Допустим, в предыдущей серии мы где-то, наверное, битых полчаса пытались подобраться к этому вертолету. Но мало того, что он со всех сторон окружен дичайшим количеством смертоносных аномалий, они в этой модификации, поверьте, действительно очень смертоносные. Они реально убивают с одного удара на расстоянии до 20 метров. Что-то над нами нависает, по-моему, нет? Так еще там кровосос, который убил нас раз 10. Я бы предпочел сейчас проваливать отсюда. Если начнется выброс, то нам нужно срочно будет отступить вон туда. А пока что мы идем исследуем. Вон там еще что-то находится. Это у нас лесопилка. Пойдем на лесопилку. Насколько я знаю, лесопилка — это местная точка преткновения у некоторых банд. Кто говорит? Отголоски что-то такие слышу. Ну, там кто-то ходит, кстати, около изумрудного. Пока вроде никого. Нет. Зомби? Да. Второй. Значит, где-то есть контролер. Скорее всего, он прячется вон там. Или, может быть, и нет. Ищем, короче, этого урода. Я не знаю, там интересно, есть спуск вниз? Потому что я сейчас буду обходить, меня заметят эти гады точно. Либо он находится на этом этаже, либо я не знаю где. Если там спуск вниз, то я попал. Я не смогу ничего тут сделать тогда. Уж скорее они меня вынесут. Чё, плохо кладу, что ли? Или у тебя голова толоконная? У меня патронов не так много, чтобы всех убивать. У меня патронов на одну стычку. Давай, вылезай, тварь. Скотина, никак не подойдешь. Там внутри еще один ходит, насколько я понял. Меня пушку переклинит скоро. Тогда я вообще буду просто в прекрасном положении. Скотина, встаешь что ли еще? А тот что стоит? Кто там такой стрелябельный, а? Это ты, что ли? Я не заметил. Тебя вроде пушки не видать особо. С пистолета шарашил, нет? Нафига мне вообще сдались эти зомби?
Хочу контролера найти. Прямую подойдешь, он может шарахнуть своей этой. Он еще ходит, гад. Но я по-любому уже пистолетик нашел, так что патроны вроде как и купил. Еще зомби. Пойдем-ка внутрь. От этого фонит, небось, как я не знаю чего. Давай с той стороны зайдем. С этой что-то как-то не очень. Так, ну и, конечно, сохранимся, потому что, блин, неплохо так получилось. Ну, как неплохо. Патроны потратили. Получили один пистолетик. Ну и все. Да твою же дивизию, ну как так вообще? Вы же не издеваетесь, да? Где ты, тварь? Или Бюрер, я не знаю, не обязательно должен быть рядом с ними. Я просто слабо разбираюсь в вашей местной. Сейчас пойдем все продавать. Что ты делаешь, ты, ебона мать? Это реально жутко. Ты патроны взял? По весу скоро будет перегруз. Пора валить в Скадовск. Вон идет. Ой-ой-ой, сейчас дуплетом мне вжарит. Ладно, уходим нафиг. Смысла во всем этом не так много. Короче, что я хочу сказать, лесопилка зазомбячена. Что с тобой? Давайте, это у нас уже легкий балет. Вообще неплохо было бы отдохнуть. Чё это, как трубка какая-то, что ли? Сейчас только покурить, конечно, еще. Ничего, расслабься чуть-чуть. Еще я получился от этого. Парни, мне в Скадовск нужно. Кровь из носа. Зачем? Привет, мужики. Холод, грязище, аномалии, мутанты. А я гляжу на карточку и думаю, хорошо, ну, точно звери по цвету шкуры. Ох, какая у тебя пушка крутая. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Калаш другие, с ушаком, то ли да? Нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Так, окей. Починить бы пушку, конечно. Это же порнография просто. А что делать с пернячком, если он... Домой меня, короче, никто не поведет, да? Новичков нынче, что собак нерезанных. И все, они лучше стариков.
Так, ну скажем пернач. Идет, нет? Идет. Спокойно, спокойно, парень, парень, спокойно. Это было просто... Ну, это было глупо, я знаю, извини. Персонаж просто, конечно, вымотан. Я думаю, вот из-за этого, из-за того, что вот этот параметр восстановления сил никакой, и это все и происходит. Поэтому давайте покушаем. Давненько не кушали. Хоть чуть-чуть, но поможет. О, вообще голод пропал. Вот оно что, понятно. Наконец-то я хоть что-то понял. Так, это у нас что? Жареная рука с норка. Сидим. И впредь будем следить, чтобы та полоса не убавлялась. Мне бы, конечно, еще подлечиться. Но лучше я доберусь до базы, и там все там. Это я от руки снорка, так что ли? Приходится дурью всякой. Офигеть. Доктор, доктор, мне нужно чем-то полечиться. Хана мне, походу, да? Да, без аптечек туговато. Парни, ну хоть кто-нибудь отведите меня домой, я же никакой, я не доберусь. Давайте сохранимся в таком положении, это самое веселое. Кто же у нас не любит сложности? Вы бы лучше пошли, идиоты, да почистили эту ферму. Была бы вам отличная нычка. Это под трубой, как кроты какие-то. Слабый голод опять. В общем, больше такое мясо ни-ни. Ну его нафиг. И нам пилить куда-то вон туда. Туда даже скорее. Нет, нам вон туда. Скадовск. Вот так надо идти. По трубе. Желательно в прямом смысле по трубе. Здесь подъем нигде не будет. А так прошли бы в относительной безопасности. Я думаю, знаете, мы сейчас новых проблем найдем. Там сгоревший этот, да? Ох, как же тяжело ты дышишь, это ж пипец. Ладно, хоть вода не фонит. Пушки, да, конечно, видывали в лучшем состоянии. Спокойно вроде все. Сейчас мы в горку тут подымемся, нет? С такой дыхалкой. Нет, 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 отходим. Что там такое? Я сейчас не боеспособен. Что за хрень я там нашел? А, мне хана.
Я не выберусь отсюда. Никогда. Да потерпи чуть-чуть, что ж ты прям ужас, кошмар какой. Не так уж и далеко идти. Березонки, держи меня. Во, чуть на аномалию не нарвался, да? Или нет, от тени просто. Так, надо сохраниться. Звуки такие. Вот это вот я считаю нормальный такой ролеплей. С пробитым, не знаю, легким. Или с поломанным ребром мы добираемся до базы. Отовсюду не очень приятные звуки. Как же нас так расклашмазило, блин, эту ногу съели. Ох, ебана мать. Здесь одна проблема. А там обойдешь, будет жилище контролера, или кто это такой был, который нас чуть не убил. Если он нас сейчас хотя бы зацепит, ну и он нафиг. Если он хотя бы зацепит, нам уже хана. То самое место. Вон там эти уродцы. Что ж такое? У нас очередной, короче, затык теперь будет. Теперь уже поначалу по поводу того, что у нас оружия не было. А теперь немного по другой причине. По той, что это оружие у нас в печальном состоянии, и мы реально не можем кровососа, допустим, убить, который там нам не дал пройти. Где-то вон там. Ну ничего, решим мы эту проблему. Вон она. А, yes. Как же мне нехорошо-то, а? Давай, 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 давай. Я понял. Чё это там такое? Я как подхожу, она начинает шипеть. Ну, не знаю. Мне не нравятся эти звуки, но у меня выбора нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Это провал, и под ним явно что-то плохое. Надо уходить из этого места. Самолеты, прекратите. Опять бомбят что-то. Твою мать. Давно я так не встревал. Вон оно уже. Что, где? Где? Ну... Это подо мной что-то? Типа аномалии, где-то по туннелям, наверное, броет. Здесь наверняка туннели под этой местностью. Ощущение, что оно ходит за мной. Так, ну же. Почти дошли. По трубе идем. Хо-хо. Ну его нафиг эти места, что-то они мне совершенно не нравятся. Твою мать, час от часу не легче. Сохраняемся. Мы выберемся сегодня, поверьте мне на слово. Фу, пипец. Блин, мне нужен доктор. Твою... Мать! Твою! Мать!
Живой, живой, я выберусь. Иди сюда, скотина. А? Понял? Уходим. Как пушка не заела еще. Она в самый неподходящий момент у меня зависает. Я сказал, зависает. Ну почти уже, ну. Это оно. Это точно оно. А мне кажется, или в первой части, напишите в комментариях, в первой части реально вертолеты летали, нет? И здесь они летают. Потому что вертолеты это прикольно, я считаю. Пока что, по крайней мере, ни разу не видел. Так, надо передохнуть. Выброса давно не было, кстати, опять же. Удивись просто. Очень удивительно. Так, давай, родной, Скадовск уже прям. Фух. Дошел. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй, друг мордастый. Удачи тебе. Ну, здорово. Здоровее видали. Держи это. По 68 рублей всего. Спасибо, блин, большое. Ну, пистолетиков зато разных. Не богато. Так, что еще мы подобрали? Внимание, анекдот. Я, по-моему, с глушителей больше подниму, чем с этих пистолетов. Тут из дома выбегает маленький кровосос к папе, тормошит его. Пап, покажи сталкеров. Пап, ну покажи сталкеров. Окей. Дорожку выходит, пластиковая банка. На каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Хорошо, продали ее уже, наконец. Серёж, слушай, нет, она нафиг не нужна. Кровососы есть? Правый так басом. Ну ты даешь, Петруха. Какие тут нафиг кровососы? Хорошо, что я день потратил. Я про нее забыл, на самом деле, честно говоря. Но в итоге я так понимаю, что ну нафиг ее тратить. Стимулятор. Он так мало восстанавливает, его надо беречь. Так, хорошо. Деньги потихоньку заканчиваются. Плащ. Отстой всякий. Ну, в принципе, вот так вот. А вот анекдот. Все, бывай. Один сталкер говорит другому. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Найду. Только сначала мне нужно маленько прийти в себя после всего этого. Здравствуй. Что там? Ранение, облучился? Да ты не поверишь, всего помаленьку. $1850. Неплохо. Ну, по-божески берет. За полное это восстановление. Да-да, прощай, прощай. Да-да, пока-пока. Фу, так, хорошо добрались. Чё-то я даже не знаю, мне, видимо... Блин, я не знаю, как мне эти вертолеты осматривать, если у каждого такая проблема. Так, у нас вечереет, по-моему. У нас время 6. Надо маленько покушать, я считаю. Окей. Попить. Или попьем с утра. Так, подожди. Куда у нас делся? А, вот он.
Я плохо видно просто было. До 6 утра поспим, 12 часов. После такого подвига нам отдых по-любому нужен. Хорошо. И теперь... Блин, то, что я все восстанавливал, оно опять убавилось. Это тупо. Хотя, в принципе, логично. С утра снова аппетит нагулял. Хорошо, поживее стало. Надо еще что-нибудь заточить. У нас больше и нечего, по-моему. Блин, когда же я тебя что-нибудь смогу прокачать? Дровей видали. Нет какой-нибудь работы? Мне нужны инструменты, а времени на поиски нету. Техника штука такая, постоянно внимание требует. Так если принесешь толковый железяк, покажу, что такое настоящая модернизация. Ну и, понятно, копейку другую выручишь. Договорились. Бывай. На ремонт этого мне понадобится 91 тысяча. За такие деньги можно купить кучу новых пушек, поэтому давайте-ка мы пойдем к Бороде и посмотрим какую-то замену, возможно, СВУ. Потому что, блин... Нет, я не согласен тратить такие деньги. Это ж пипец, по-моему. Так, отсюда заберем что-нибудь. Там, кстати, выброс, по-моему, начинается. Так, в принципе, пусть все лежит. Да, пусть лежит. Что еще сюда можно сложить? Это пусть лежит. Этот рацион пусть остается. Ружейное масло. И, в принципе, остальное все пригодится, я думаю. Окей. Здорово, Сидорович. Ну, то есть, не Сидорович, но борода. Привык я к Сидоровичу. Сколько лет прошло? СКС. СКС, в принципе, неплох. Но стоит 40 штук. Это 21. Это я, по-моему, притащил, которую... Нет, я притащил СИК. Кургуза, англичанская винтовка. Чё-то в этот раз у тебя выбор не особо меня радует, честно говоря. Здесь такая винтовка была, Гивер. Крайне неплохая. И теперь ее нет. В самый подходящий момент. Но подкаст-ствол-то я уж брать не буду. Это же порнография. Сами понимаете. Ладно. Ни на что, короче, денег не хватает особо. Воды у нас есть, надо пожрать взять. Это что такое? Малый комплект выживания. Нет. Хотя, нет. Rocket Strike, наш персонаж курящий. Стоит, конечно, дорого, но ничего. Все, бюджет рухнул. Бывай. Артефакты, я не знаю. Давайте к грави. Где грави, может быть? Нужно за двое суток. Давай. Так. Блин. Насколько надо быть упоротым, чтобы ПДА выложить? Так могу только я. Хорошо. Значит, найти артефакт Грави. Покажи, где он. Что-то я даже сомневался сразу весь. СК-4 аж на ЧАЭС, что ли? Офигеть.
Так, давайте искать, где может быть грави. Здесь нет, здесь вертолеты. Тайник. Блин, я в этой карте не особо разбираюсь. Но это вот не то. Возможно, это грави нужно найти самому. Черт его знает. Мы еще, кстати, здесь вот мы были на земснаряде, а вот здесь в аномалии котел не были. Может, там что? А, пойдем в лесничество, посмотрим, как там дела, и уже, наверное, будем прекращать на сегодня. Потому что чувствую аномалию-то я особо. А что если... Подожди. Хорошо. Нет. Ну, привет! Привет. Спрятал хабар в Запорожце. Внезапно бахнуло землетрясение, машина ушла под землю. А, это где снорки? Не совсем хочу, слушаю, честно тебя говоря. Снорки — это не круто. Так, ну что, давайте сходим на вот эту локацию, на лесничество. Там у нас бандиты должны быть. И есть подозрение, что теперь они у меня будут огребать, потому что со скорпионом, если я уже успел тогда убить одного, ну там, конечно, скорее было избиение меня, но тем не менее. То с этой пушкой я могу довольно много их настрелять, прежде чем они поймут, что вообще происходит. Может, успею сегодня, может, нет. О, как я ненавижу дождь. Машинка фонит, насколько я помню. Подходить не будем. Может, пушку у них отберем какую-нибудь, потому что эта пушка уже скоро совсем, похоже, надвое переломится. Эх, окей. Так, аккуратно. Блин, я тут не поднимусь, что ли? Давай. Давай. Ах, блин, скользко. Не, походу нет. Сейчас найдем место. Вот, например. Так, ладно, где-то тут враг. Где-то тут враги. Я это все помню. Сейчас мы сохраняемся. И устроим им куську на мать. Патронов, я думаю, хватит. Единственная пушка, если сейчас заклинит ее, это будет очень смешно. Фух. Так, ладно. Погнали. Надо просто стрельнуть, шмальнуть, как говорится, и убежать. А дальше они сами полезут уже ко мне. Я их, соответственно, почпокаю. Нет прохода. Плохо. А тут проход, по-моему, и есть. Первый раз, когда мы сюда попали, мы как раз через него, по-моему, ходили. Другое дело, что сейчас тут могут быть совсем не бандиты. Их. У бандитов-то граната, откуда так подумать? Хотя, даже у меня есть три гранаты. Я им вообще не пользуюсь. Блин, да вы что, издеваетесь, что ли? М-да. Ну, пойдем обратно. Что поделать?
поганая погода. Место поганое. Но мы сейчас идем конкретно, у нас конкретная цель, без каких-либо квестов, мы идем убивать бандитов. Потому что с них будет неплохой лут, неплохой заработок. Ну и неплохая месть. Кошмарит всего. Придется, видимо, лезть в лоб. Это уже не так хорошо. И тут уже появляются варианты. Тут уже можно огрести. О, кстати, неплохое место. Короче, я нарву сейчас. В открытом бою я пока никакой. Чисто кругом? Может, нет никого? Сомневаюсь. Зилок стоит. Кто лупит? Они там воюют с кем-то, нет? Это хорошо. Не только я на вас зубами. Ой, тихо, тихо, тихо. А, вошло, блин. Течет кровь, нет? Нет. Кто-нибудь скажет после этого, да? Тупые боты. Давай, так высунься. Так, одного положили, второй выстрел это был чисто случайно на мышку нажал. А, скотина, ты, блин, со своими гранатами постоянно. Еще минус 0. Я не совсем понял, это не похоже на бандитов обычных, это что-то посерьезнее. Это наемники, что ли, отбили? Мне кажется, их было больше, чем два. Где-то сидит, ныкается еще. Так, ну кровь вроде не идет. Давайте сохранимся и пойдем туда посмотрим. Может, что будет. Конечно, не полезем по открытой местности. Сейчас пойдем тем же самым путем. А, скотина! Обдурил, тварь, обдурил. Мне снова нужно к доктору. ЮМП, что ли? Враги хитрожопые, да? Быстро, быстро, в темпе все делаем, уходим. Все, я на спидах. Там еще кто-то стреляет. Но вроде как не по мне, не поймешь. Они вон там где-то, за забором. Блин, страшно.
все, у меня перегруз, надо валить. Кто это были такие вообще? Наемники. Ну, хер с вами, наемники. Неплохо сходили. Передохнем. Да, пусть кровососы-то, да? Кровосос нам дал. Зато приучились маленько. Блин, я даже в приседе, когда двигаюсь, меня бешено сносит вообще в выносливости. Давай, 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 мы сможем. По грязюке спускаемся. Вот так. Хорошо, теперь сохраняемся, потому что у нас слишком много всего хорошего. Пушки, я так понимаю, не в самом лучшем состоянии сейчас будут, но явно в лучшем, чем моя. Что у нас там? М16А1 заказная. Not bad. И М4А1. Высокое качество. Но... Блин. Короче, предстоят нам муки выбора. СВУ, в принципе, тоже неплохая и примерно в таком же состоянии. По мне, по ходу. Так, ну где-то там. Вон он уже, почти дошли. Офигеть, вот это буря. Тяжесть какая. С моей тактикой, походу, лучше всего было снайпера брать, потому что я издалека всех снимаю, как правило. Что-то по ощущениям, мне сейчас что-то в пятку вцепится. Через каждые 2 секунды уставил. Давай, пойдем уже. Ну что, добрались по сути? На мой взгляд, хорошо. В принципе, вот эта походка, которую... Походка, говорю, прогулка, короче, поход, который мы в конце занялись, он снова поднял наше материальное положение на высоту, потому что у нас снова было какое-то полубомжеватое состояние. И теперь у нас есть много всего хорошего, и мы вполне можем попробовать в следующей серии, когда я там снова сяду играть, взять, допустим, М4, который бьет очередями, и попробовать уже пойти на кровососа. В принципе, неплохо погулялись. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.